Готовились, очень много думали об этом, мысленно готовились. Все идет у нас с головы, как бы, во всех играх, поэтому физически, да, нужно на втором плане. В некоторых моментах мы были, скажем так, на высоте, а в некоторых, конечно, не доставало какого-то профессионализма, наверное, удачи, каких-то таких вот игровых моментов, несыгранности, возможно. Эмоции, как всегда, положительные. Тем более мы играем не просто так, мы выступаем за Россию. Это, конечно, большая ответственность, но и особое удовольствие от победы. Сегодняшняя игра показала реальную расстановку сил. Команда соперника была классом выше, гораздо выше. Ну, собственно, поэтому они и заняли первое место в своей группе, а мы последние в своей. Ну, вот как раз во второй партии, наверное, когда соперник стал резко приближаться к нам, что-то дошло до минус трех, и они могли забить еще один. Вот тогда мы начали, наверное, немножко, ну, так, внутренне паниковать, но потом забрали эти два очка, которые не могли долго забрать, и закончили партию, успокоились чуть-чуть. Иногда выходишь настолько заряженный, что очень сложно себя успокоить. Эмоций очень много. Хочется проявить себя по максимуму. Поэтому выходим на игру себя заряженные максимально. Ну, эмоции колоссальные, тем более мы сегодня одержали победу. Ребята у нас молодцы. Ну и подача. Сегодня подача нашла. От этого очень много зависит. У меня просто эмоции, огонь, настроение, огонь. У нас каждый игрок вносит свой какой-то вклад и старается выкладываться всегда по максимуму. И получается вот такой бум. Мы даже вжились в эту роль. У нас команда «Восток» называется, и Казахстан вроде как «Восток». Эмоции достаточно впечатляющие. Я очень рад, что данный турнир был, в принципе, организован. Если посмотреть на игру, то как соперник сыграл, так и мы достаточно неплохую игру показали. Я очень рад присутствовать здесь, мне очень нравится. Вообще весь турнир очень замечательный. Мы рады, что он все-таки состоялся. Ну, конечно, мы сожалеем, что не приехали все страны-участницы, потому что мы сильно готовились к этому турниру. Но зато мы играли и представляли страну Индию. Ну, где-то получилось, где-то меньше получилось. Но мы старались. После этой игры, конечно, эмоций очень много, потому что команда сильная. В первой партии мы просто пролетели, как фанера над Парижем. Но потом очень хорошо то, что ребята у нас смогли собраться, и все остальные партии мы выиграли успешно. Если честно, очень сильно хочется занять призовое место и стать чемпионами.